Лягушечкой лежит. На первый ряд приглашается номер 11 письменный, готовится номер 12 Полилова. Хорошо, пойдем, Лена. Она не имеет права на него нападать. Вот она будет. Она ждет, пока придет хозяин. Это как порода называется? Это американский бульдог. У нее хватит мертвые. Какой старт у него? Знаете, эти передачи? Нельзя. Вообще нельзя собаку брать на ошейник до конца работы.
Если возьмете, то сейчас нет. Собака должна... Нет, мы выступаем. Мы тоже спортсмены. Мы тоже спортсмены. Понятно. Вот зрелищно, да? Это очень хорошая зрелища. Ну, да, вот перед этим кусали. Мы вторые были. А что это он делается за сердце? Ждал. Вы знаете, какой он тяжелый американец? Он весит килограммов 90. Ну, это все понятно. Я думаю, что... Я когда с ним работала, тогда Леша меня все-таки много посылал. Ой, а где, говорит, Юля? А Юля там нет, она уже там в пасти у него лежит. Тяни, говорит, его на себя. Я говорю, куда мне на себя? Он в два раза меня тяжелее. Смотрите, когда он прям держится за грудь.